Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала «Магия успеха. Второе самопознание». С вами Наталья. Посмотрим сегодня тему «Как загаданный человек относится к вам». Настраивайтесь на расклад. Вариант будет один. Располагайтесь поудобнее. Подумайте об этом человеке, представьте его. О себе тоже подумайте. Вспомните вашу последнюю встречу. При каких обстоятельствах она у вас состоялась. Что было на этой встрече, о чем беседовали, чем были наполнены, какими эмоциями. Давайте посмотрим ситуацию между вами. Надеюсь, сегодня будет расклад хороший, теплый, доброжелательный. Ну, по крайней мере, хочется на это надеяться. Ну, давайте смотреть. А то как-то последнее время выходит, что много переживаний и расстройств. Итак, ситуация между вами. Ну вот, только начала, да? Рыцарь мечей, пожалуйста, сразу. Девочки, ну, вы рассержены? Или это уже остаточные такие моменты у вас проявляются? Здесь есть такое, знаете, состояние нехватки друг друга. Однозначно что-то в ваших отношениях надломилось, изменяется. Вообще, по сути, знаете, между вами ведь есть чувства, между вами есть любовь. Возможно, вы семья, как один из вариантов, да? Либо вы стремились к созданию семьи. Действительно, вы друг для друга те люди, которые дороги. Где присутствует забота, теплота, внимание. Но на данный период времени здесь все равно накаленная ситуация. Вы, девочки, возможно, рвете и мечете. У каждого будет, естественно, своя ситуация, по какой причине вы рассержены на этого человека. И мужчина, кстати, тоже может быть рассержен на вас по одной простой причине, что вы по статусу императрицы. Кто такая императрица? Это женщина, которая, знаете как, она всевластна, самодостаточна, и она действительно уже взрослая женщина и умеет принимать решения. Возможно, вы приняли какое-то решение, а это ему не понравилось. Либо вы ему выставили какие-то условия, которые тоже могли этому человеку особо не понравиться. По какой причине? Здесь, скорее всего, человек не может вам на данный период времени дать того, чего вы хотите. И здесь действительно мог встать вам вопрос ребром. И в связи с этим, ну, может быть, произошло недопонимание друг друга, может быть, человек как-то вас недопонял, да, либо вы не поняли этого человека, его реакции. То есть здесь, понимаете, что-то такое скоропалительное было сделано. Быстрые какие-то действия, девочки, с вашей стороны, тут, конечно, может быть, прям, как говорится, с пылу, с жару вы могли принять какое-то решение, либо что-то сказать этому человеку. И смотрите, вы могли его задеть тут за живое. Он мог разъяриться, ну и тоже, как говорится, вам ответить. Но здесь человек не с той позиции, что он как-то выше вас, круче вас. Нет, здесь у него все равно идет вот такое состояние. Он расстроен, то, что действительно он вам не может дать того, чего вы хотите, того, чего вы заслуживаете. И он реально по этому поводу может сокрушаться. Но так как уже дело сделано, назад ты уже словно не пойдешь, на попятную не получится двинуться. Поэтому имеем то, что имеем. Накаленная обстановка. Чем мы завершится, еще как бы непонятно. Но единственный момент здесь тоже очень ярко прослеживается. Вам друг друга сейчас не хватает. Несмотря на то, что произошло между вами. В каких энергиях находитесь вы по отношению к этому человеку? В
каких энергиях находитесь вы. Но здесь, конечно, с вашей стороны серьезность. Вот смотрите, как вы этого человека, с одной стороны, вы его любите, а с другой стороны, вы его прибить готовы. У вас, знаете, к этому человеку сейчас больше даже, ну, любовь, да, но это идет какая-то такая-то, знаете, забота, трепет, ну, вот как материнская какая-то опека, словно. Вы за этого человека переживаете, но и в то же время вы стараетесь убрать вот это свое состояние, знаете, как... Вот тут немножко, знаете, может прослеживаться как жалость к этому человеку. Но вы стараетесь на это сейчас не реагировать. Наоборот, вы себя собираете условно в кулак и не позволяете, чтобы ваши эмоции взяли верх над ситуацией в целом. Вам действительно даже где-то жалко этого человека. Вы можете видеть его каким-то как несмышленышем, что ли. Но и тоже с другой стороны, вы, возможно, на ситуацию с загаданным человеком смотрите слегка как из детской позиции. Возможно, тоже где-то чуть-чуть как капризничаете. Такой вот момент. В таких энергиях вы находитесь по отношению к этому человеку. Но действительно, вы здесь готовы его и приласкать, как говорится, и по попе настучать. Здесь какой-то такой момент идет. Лед и пламя, да? Лед и пламя. Но вы все равно держите марку. И еще раз повторюсь, не позволяете своим эмоциям, чтобы они брали над вами верх. Все-таки старайтесь включить больше логику. В каких энергиях находится загаданный человек по отношению к вам? Обижается. Обижается, закрывается. Но любит. Не показывает вам свои чувства, не показывает вам свой трепет души. Здесь, конечно, человек остановился. Ничего не предпринимает. А в какой-то степени ему хотелось бы, да, хотя бы на шажочек приблизиться к вам. Здесь, конечно, вы могли... Вот как-то немножко идет такая информация, что вот это вот ваша... недопонимание, ссора, она словно подзатянулась. Девочки, а здесь внутри мужчина, внутри, в душе, у него там буря. Он понимает, что все рушится, все, как говорится, горит ярким пламенем, но он никак не может потушить то, что в нем взрастилось по отношению к вам. Вот знаете, он тоже с одной стороны, я больше к ней проявляться не буду, я закроюсь, я вообще остановлюсь, а с другой стороны, я без нее не могу, мне ее не хватает, я внутри сгораю. Но здесь по большей части не от гнева мужчина тут горит внутри, а здесь больше, знаете, наверное, от недопонимания, да? Вот по девятке жезлов, здесь, конечно, такая карта тоже интересная. Человек закрывает и не позволяет тоже своим эмоциям, чтобы они вообще просочились наружу. Он старается охладить свое сердце, но он не может, девочки, у него не получается. И, кстати, он тут... может сопротивляться уже длительный период времени. Вот с этим состоянием, со своим. Но он очень упертый. Он закрывается, он не поддается ни на что. Вы в связи с этим, может быть, тоже как бы гневаетесь на него. По идее, ну, как бы
по всем правилам природы, ну, как бы мужчина должен проявляться к женщине, а здесь получается, что он замедляется, а вас это реально может накалять. И вы уже делаете для себя вывод, что этот мужчина незрелый, да? И особо-то я ему, как говорится, и не нужна. Вот примерно здесь у вас такой. И знаете, такой момент, вы же не хотите с этим умозаключением соглашаться. Вы когда только об этом начинаете думать, все, у вас внутри прям буря такая же просыпается, мысли, 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 их очень много. И они тоже, девочки, вас на самом деле ну как, истощают эти мысли. Потому что есть между вами все равно десятка кубков, то есть любовь. Мы важны друг для друга, мы семья. Даже, девочки, если вы не семья с этим человеком, у вас все равно есть вот это вот родство душ, и у вас в голове реально не укладывается. Но как так? Если между нами такие чувства, такие эмоции, почему мужчина не действует в мою сторону? А здесь реально мужчина тормозит, стоит. Он не двигается. Ну, давайте смотреть его отношение к вам. Какой он вас видит на сегодняшний день? Какая вы в его глазах? Какая вы в его глазах? Манипуляторша. Манипуляторша, которая отстаивает свои права, отстаивает свою идеологию, которая отстаивает свои границы. Да, ушла. Все, она ушла. Ну вот ушла и значит ушла, да. Да, ей больно было уходить. Но он почему-то, девочки, уверен, что вот этот ваш уход – это манипуляция с его стороны. То есть с вашей стороны, прошу прощения, с вашей стороны. То есть что он думает о… То есть какой он вас видит. Он вас видит очень прозорливый, он вас видит лидером, очень умным человеком, проницательным человеком. У вас есть, знаете, такая действительно власть, внутренняя какая-то есть власть, но она сопряжена с мужской энергией. То есть вы очень такая, как бы, решительная. И если вы уж точно что-то для себя задумали, затеяли, то вы будете идти до последнего. Почему-то он вас такой видит, да? Возможно, вот эта история между вами, она не единожды, то есть вы, возможно, уже проводили подобную схему с этим человеком. Подобная схема, скорее всего, у вас уже была. Вот смотрите, как он вас еще видит. Что вы ставите себя на пьедестал, а он, по сравнению с вами, где-то там внизу. Он где-то там внизу. Почему он так считает? Давайте посмотрим, почему он так считает, что он внизу. Король кубков. Но здесь действительно, возможно, человек понимает про себя. К нам пришел сам король кубков. Кто такие короли кубков? Это те мужчины, которые больше будут разговаривать, нежели делать. То есть, возможно, в свое время человек действительно не смог вам дать то, что обещал ранее. А так как вы человек, тем более выходит императрица, еще и с магом, вы та женщина, та леди, которая очень хорошо знает, как сохранить свое лицо, да, свое достоинство, благодаря тому, что я, если что-то обещаю, я это выполняю, я это делаю. То есть я слова на ветер не бросаю.
А у королей кубков, у них подчас все-таки больше проходит вот эта вот история, то, что я могу пообещать тебе все, что угодно. Я подарю тебе звезду с неба, но он чуть-чуть, знаете, когда обещает, он реально может в это верить, но по факту он понимает, что, ну, он не может дотянуться до той самой звезды. Это не в его власти, это не в его силах, это не в его возможностях. И поэтому человек перед вами, он реально, ну, пасует. Он слабее вас. У него нету вот такой вот, знаете, как словно хватки, как у вас. Ну, здесь не про хватку, конечно, говорится, но вот этого стержня, давайте так скажу, у него нет этого стержня. И еще здесь человек может думать, что вы его на самом деле-то и не любите. Почему-то он тоже себе вбивает в голову, что ваши чувства к нему остыли. И вообще он может думать, что вы играли с ним. Да, возможно, в свое время вы где-то ему показали, что действительно вы этого человека любите, открыли, возможно, ему свое сердце. Императрица может это сделать. В ней много этой энергии, в ней много любви. Она может действительно показать человеку, что она его любит. Но он почему-то в сегодняшнем дне считает, что вы его и не любили. Это была ваша какая-то, знаете, ну тут не совсем про игру, здесь больше идет про многоходовку такую, да. Но вы ведь тоже получили поражение, понимаете? Вы тоже получили поражение, потому что вы изначально могли себе поставить цель, то есть вы конкретно чего-то от мужчины хотели. Но так и не получилось этого добиться. Вы просто развернулись и ушли, да? То есть, по сути, вы не получили результата. Он вам так и не дал. Сокрушается он по этому поводу? Да, девочки, сокрушается. Но на данный период времени, словно, он ничего не может сделать. Потому что он будет считать, что вы его предали. Он-то вас любит, а вы как-то с ним обошлись очень круто и резко. Он, наверное, к этому был особо-то и не готов, да? Что такое может быть? Но еще раз повторюсь, у вас подобные ситуации уже были. То есть подобное поведение уже было с вашей стороны. То есть если вам что-то не нравилось в отношениях, вы реально могли от человека отдалиться, заблокировать его, а потом проявиться самой. Либо здесь все-таки у человека были такие возможности проявить себя самому, да, то есть растопить вот этот вот лед, который образовывался ранее между вами. А сейчас, словно вот эта вся история, она может немного подзатянуться, да, потому что все-таки здесь такие арканы выходят. Земля – это такая медленная энергия, такая тягучая. То есть ничего особо-то и не происходит. Ну хорошо, давайте посмотрим все-таки, да. Самая главная мысль о вас, которая не дает ему покоя. Самая главная мысль. Он, девочки, считает вас очень упертым. Очень. Самая главная мысль, которая не дает ему покоя. Здесь человек, ну, тут несколько направлений будет. Здесь человек может думать, что вы уже в паре с другим мужчиной, и, возможно, у вас идет дело к браку. Либо вы вообще, девочки, замужем, и у вас с вашим мужчиной идиллия, любовь, и все хорошо. То есть вы счастливы. И вот это, а почему это не дает ему покоя? Вот это главная мысль. Почему? Ну, потому что, девочки, смотрите, он же вас в то, он в, господи, он же в вас тоже влюблен по уши, рыцарь кубков. Как же так?
Я-то ее тоже люблю. Почему она должна быть там где-то и другого мужчину осчастливливать? Как это так? А как же я? Понимаете? А где я? А как же я? Она же вроде говорила, что любит меня. А почему так происходит? Либо здесь другое направление. Самая главная мысль, которая не дает ему покоя, это он понимает, девочки, что он действительно в вас влюблен, и вы его пара. Он император, вы императрица. Вы под стать друг другу. И у вас мог бы быть, по сути, идеальный союз. Если, девочки, это ваш супруг, если это ваш супруг, то здесь человек не хотел бы, чтобы у вас прям было такое разъединение вас. Нет. Он хотел бы, чтобы вы оставались в браке. И это его очень сильно беспокоит. Для некоторых проиграется, что здесь мужчину будет беспокоить вот то состояние, если между вами есть разница. Разница в возрасте, разница в вероисповедании, разница во взгляде на какие-то процессы, разница в социальном статусе. Понимаете, у него реально может в голове не укладываться тот факт, что ну, между нами вот есть что-то, то, что мешает, да, то, что, ну, вроде бы, как бы и вообще несовместимо. Но как так получается, что мы подходим друг другу? Вот до него это не доходит, девочки. То есть он словно с этим не соглашается. Понимаете, император же тоже человек такой, ну, будем говорить, он как вроде бы сам по себе, да, он сам себе властелин. Вот понимаете, император, он немножко все равно такой жестковатый, он суховатый. А для него влюбиться, но это не норма. У него в первую очередь в приоритете стоит всегда ответственность, да? За то, что у меня есть, за то, что я создаю, за самого себя, за свой статус, за свой авторитет в целом, как он проявлен в социуме. И вот эта вот мысль реально его пугает, если вы, вернее, если у вас есть разница в чем-то. Он не понимает, у него в голове не укладывается, как так можно было влюбиться друг в друга, если мы такие разные. А у него, он действительно в вас влюблен. Он к вам испытывает очень теплые, нежные чувства. Здесь человек даже, может быть, в какой-то степени даже по уши влюблен. И он не ожидал этого вообще. И поэтому в энергиях по отношению к вам он пытается закрыть, замять вот это чувство к вам. Он очень много трудится, он твердолобо, вот так вот уперто стоит на своем. Хорошо, девочки, тут и еще сила, да, усиливается. Он вообще в шоке, как так получилось, что эта женщина, она смогла найти ко мне подход, как она смогла встать условно со мной на одну линию. Понимаете, тут... Ну, вы под стать, понимаете, император, императрица, маг. Вы даже, ну, вот реально, вы где-то даже круче, чем он. И он в шоке, он реально в шоке. Давайте посмотрим его истинное все-таки отношение к вам. Его истинное отношение к вам. Как человек к вам действительно относится? Как действительно человек к вам относится? Девочка, он, честно говоря, в шоке. Он в шоке от самого себя, потому что он вас видит дерзкой. Он вас видит мягкой.
Он вас видит такой задиристой и в то же время очень душевной. Он почему-то все равно, смотрите, здесь считает, что вы разная. И это его в какой-то момент его смущает. Ну-ка сейчас, вот это вот, я отмечаю, о чем здесь больше? Вот понимаете как? Здесь из-за того, что вы такая разная, вы реально непредсказуемая. Вы можете быть воинственной, вы можете быть мягкой, вы можете быть ответственной, вы можете быть любящей, вы можете ненавидеть, да? С ненавистью какой-то. Понимаете, вот этот какой-то контраст, он вас видит. И смотрите, здесь какой идет интересный момент. И вот этот контраст как раз-таки ему нравится. Но у него есть очень сильные внутренние переживания относительно того, что он больше не сможет именно от вас получить тот адреналин, который вы ему даете. Девочки, он действительно вас любит, королева кубков на дне колоды, да? Он реально к вам, он испытывает очень нежные чувства. Вы для него любимая женщина. Но и в то же время его вот эта вот ваша непредсказуемость, она его пугает. Здесь человек не понимает, к чему это потом может, вернее, во что это может вылиться. Там пустота. Что это? Как он к вам относится? Вот на данный период времени человек реально очень сильно переживает за вас в целом. Он может за вами где-то подглядывать, кстати. Он может думать, что вы за ним подглядываете где-то. Потихонечку. Он может сейчас полноценно не спать. У него тьма мыслей в голове, как ему дальше быть, что ему делать. Но он не может найти даже никакого вразумительного, нормального, аргументированного ответа. Вы нечто для него, понимаете? Вы для него абсолютно разная. А он, кстати, по сравнению с вами, может чувствовать себя реально как незрелый пацан. Но и с другой стороны, вот тоже интересно, мало того, что он незрелый пацан, но и вас он может видеть, вот эту вот девчонку «оторви голова». И это реально его беспокоит. А какое будущее? Ну вот просто, да? Какое будущее примерно он с вами видит? Он вообще что-то видит, какое-то будущее, какое-то развитие с вами он видит, или там действительно пусто-пусто? То есть человек, мы словно человека застали вот именно в таком состоянии, когда, ну как вакуум, там ничего не происходит, понимаете? Там только его обиды, боль, подозрения относительно того, что вы им манипулируете, вы им управляете, и в то же время он переживает за то, что а вдруг это не манипуляция, а вдруг это реально что-то намного серьезнее, а он тут, понимаете, включает детский сад и пытается себя успокоить, да, что это, понимаете, тут два пажа вышли, то есть человек действительно может в своей голове прокручивать, ну, это мы поиграемся немножко, как в детском саду, а потом все нормально будет. Но он понимает, что эти мысли, они у него тупиковые, они ничем, как вам правильно сказать, сейчас ничем не подтверждаются. И от этого у него пусто. Он вообще пытается, знаете,
Вот так и хочется сказать, он бы хотел получить амнезию, реально, и вообще, чтобы не помнить какие-то конфликтные ситуации с вами. Вот, наверное, вот этого он хотел бы. Хорошо. Какое будущее примерно он видит с вами? Какое ты будущее видит вообще? Борьба, девочки. Борьба, сопротивление. Вы жестко стоите на своей позиции. Да. Но почему-то здесь все равно он надеется на то, что вы через какой-то период времени вы смягчитесь. И вот этот, будем говорить, топор недоразумений, топор войны вы зарубите, да? Ну или как там? В общем, вы это все уберете. Потому что все равно он надеется на шанс, он надеется на импульс, который вновь даст старт зарождению ваших отношений. Ему действительно с вами хорошо, и вам с ним хорошо. Ну, по крайней мере, он пытается еще на это надеяться, что вы еще не совсем, как говорится, по королеве мечей превратились вот прям в снежную королеву с ледяным холодным сердцем. Он хотел бы, девочки, вас вот так вот обнять, прижать к себе, и вы его. А вы бы на него смотрели влюбленным взглядом. Вот здесь, кстати, мужчина как-то интересно изображен. Женщина смотрит на него, а он как-то, вот понимаете, здесь... Вот знаете как? Здесь вот я сейчас считываю информацию, вот как все равно как гордость за то, что вы у него есть. Вот знаете, так немножко голова приподнята, подбородок, да, это человек все равно показывает гордость за то, что он смог с вами вновь объединиться. Вот как-то вот прям веет сегодня от этой карты. И он, между прочим, девочки, гордится вами за то, что вы такая, ну, немного упертая. То есть вы не та все равно женщина, которая... Да, вы любите, да, вы можете быть мягкой, вы можете быть очень такой нежной, но если действительно вы понимаете, что что-то идет не так, вы тут можете поднять меч. То есть вы не будете делать то, что вы не хотите делать. То есть по вашему разумению это не должно так быть. Если схватка, то схватка. Хорошо, я готова. И я уступать не буду. И ему, девочки, это очень вас нравится. И в будущем, смотрите, он все равно видит, несмотря на все сопротивление, несмотря на вашу упертость, да, он надеется на то, что он сможет найти к вам подход. Чем-то он вас заинтересует. А чем? Чем он хочет вас заинтересовать? Показать, девочки, вам, что все-таки вы та женщина, которая смогла найти к нему подход. И вы усиливаете его могущество. И он готов вам служить. Ну, тут не совсем служить, конечно же, да, но он готов быть вашей опорой. Давайте я лучше так скажу. Быть вашей опорой и защитником. Потому что вы все равно очень маленькая, миниатюрная. Просто вы женщина, которой реально нужна защита и опора. И он готов вам будет это дать. Если, конечно, вы это ему позволите. Тут тоже очень важно. Все-таки, если вы решитесь ему это сделать. Вот его истинное отношение к вам.
Такой получился расклад. Пишите в комментариях, насколько с вами резонирует, насколько с вами проигрывается. От души благодарю то, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал. Девочки, кому нужна индивидуальная консультация, и вы действительно просто по раскладу вот здесь вот сегодня, да, будет зависеть, скорее всего, от вашего решения больше вообще быть этим отношением или нет. Пожалуйста, вы можете обратиться, все контакты вы найдете внизу в описании под видео, чтобы четко для себя понимать, стоит ли реально давать шанс еще один или нет. Такое бывает. Мужчины ошибаются, женщины тоже ошибаются. Характеры, потому что у всех характеры. Иногда можно пойти на уступки. Но если совсем критичная ситуация, ну, тут, наверное, уступки не помогут, да? Поэтому вот так. Все, благодарю, девочки. Всего вам доброго, всего вам замечательного и до новых видео.